Но не пенсиями едиными. У премьера есть новости для студентов. Руководству Минфина и Минобразования поручили найти деньги на совершенствование единой электронной базы по вопросам образования. Я напомню, из-за сбоев в работе в июле пропали заявления абитуриентов, у которых не был подсчитан конкурсный балл. Глава правительства заверил, что все сложности уже преодолели, и теперь какое-либо вмешательство в систему просто невозможно. И никто не впливает, приватники не впливают на управление этим процессом. И это, ну, это очень важно с безопасной точки зрения, потому что в любой момент приватник может, так бы мовити, выключить свое программное обеспечение до побачення.